как соседские лодки, плавание. Мы решили развернуть свою, чтобы докрасить дно. Смотрю, когда вырезать целиком же. Что, вырежь? Нет, еще нос в этом, в воде. Да, нос в воде. Почти, почти. Все? Чуть-чуть еще в воде, ведь вот столько где-то носа. Нос, вон, в воду. Ну, в принципе, воде, слушай, он нормально выглядит-то. Воде. Можно будет чуть поднажать и подкрасить туда. Ну, полос хочу докрасить, который вот. Слушай, а потом надо ее другой стороной, что ли? Конечно. Краской все остальное красили. Да. Похоже. Давай, Олег, опасная эта штука. Ну, ты не потеряй, Валя. Да-да-да. Мама, а чем она будет мешать то, что ракушки к нашей яхте прицепят? Скорость будет меньше. Они будут, да, нам не давать быстро разогнаться, быстро плыть. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смейтесь над нами вместе с нами. Как холодно ведь? Не, что холодно. Ну, по крайней мере, я не успел замерзнуть. Да, поэтому вылазил словами, а холодно, да. Ну, чтоб ты быстрее торопилась. Кстати, дна я не достал. Да? Хорошо, блин, повис, конечно, круто. Ну что, Туся? Знаешь-то? Устал, Валик, работать. В инструкции к тебе обрастайке написано, что можно класть на старую необрастайку. Вот я пытаюсь положить на старую необрастайку, она не ложится вообще. На грунт ложится хорошо.
Вот серое — это грунт. А там красное на шверке — это старое. А вон тон пятнышко — это... Ободралось об... Нет, не ободралось, у нас там горизонтальная балка. Ну я же говорю, об нее. В прицепе не ободралось, я там всему не смог подкрасить. А, просто не смог подкрасить? Ты грунтом не смог? Да. Плывем на авось. Она пока лежит, не способна. Она отдыхает. Отдыхает, ну что вы, не мешайте. Мы пузико вот чешем. Вот тут еще почеши, да. Пузико чешем. Все, последние штрихи? Да. Ура! Олег тоже жил на видео свой голос записать. Что-то к нам в камере спиной встал. Звезда, блин. Звезда Ютуба. Ага. Жаль, что не записали твой нырок. Что, на бис повторишь, что ли? Не надо, не надо. На самом деле, больше боялся, что лодка где-нибудь долбанется во время укомбита. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, смейтесь над нами вместе с нами. Один из минусов переворота лодки на бок — это потом долгое складывание вещей по своим местам.